Готовность до осенне-зимового периода службы и ведомству, которые здесь и контролируют безопасность на дорогах Гродинской области, обмерковали сегодня удельники областной комиссии. Как известно, заходячи с синоптичных сводок, по стране обвешаны оранжевый уровень безопасности, а на полночь региона уже прошли первые снегопады. Наталья Рапецкая расскажет. Восеньский зимовый период – складанный час для всех удельников дорожного руху за зменшение светлового дня, снижение бачности и частых измен на дворье. Как констатует статистика дорожно-транспортных сдарений, за 10 месяцев в области загинуло 45 человек. Третья частка – захвяр пешеходы. Усплеск ДТЗ отзначен в Берестовицким, Гродинским, Карлицким районах. Тому специалисты ставят головные задачи максимально сконцентровать увагу на дорожной безопасности у щильном супрацовництве дорожников, коммунальников – инспектора УДАИ. Как показали попередние высновы, отказными службами не были допущены нештатные ситуации. На территории Сморгонского, Ашмянского и Островецкого района выпал снег. Вот, значит, дорожные службы совместно с сотрудниками ГАИ делали превентивную обработку, то есть заранее посыпали песчано-соляной смесью. Вот, отсюда, ну, на выходе, как говорится, мы плодотворно сработали. В сравнении с прошлым годом у нас заготовлено на 100% песчано-соляной смеси. Вот, мы контролируем температуру поверхности асфальта, а также температуру воздуха. То есть мы где-то вносим какие-либо корректировки. Вот, а также отслеживаем уличную дорожную сеть. На посяджении была засяружена увага и на якости осветления наибольш проблемных участков дорог и пешеходных переходов. У гэтым накірунку значная работа в регионе уже проведена. Однако еще до конца года каля десятка месяцев будут обсталяваны додаткова потребными элементами. А кроме того, областной комиссии были обмеркованы пропановы жыхароў в области по поляпшению дорожного руху у конкретных населенных пунктах в области. Дададим, что таких зворотов до улады от неабыяковых громадян традиционно поступая великая колькость.